Расскажите, где вы воевали? В Чечне, в Чехословакии, в Афганистане. 27 лет командирской учебы. А сколько вам сейчас лет? Ой, 77. Понятно. А подскажите, вы на парад каждый год ходите? Конечно. А как иначе? Я тоже была. Вот. Это все мои люди. Я же с ними все время работаю. А с каким настроением вы этот раз пришли на парад? Отлично. Конечно же, отлично. А что можете пожелать нашему будущему поколению? А вашему будущему поколению я пожелаю здоровья, самое главное, и образования. Все понятно. Тогда спасибо вам большое. Хорошо. Спасибо.